Привет, друзья, это редакция «Ньюс», и здесь я говорю о событиях недели и фактах, которые считаю бесспорными, чтобы вы составили собственную картину и сделали свои выводы. Поддержать нашу работу можно по ссылке в описании через Boosty, Patreon и спонсорство на YouTube. И, пожалуйста, подпишитесь, это важно для алгоритмов, и для меня, конечно. У вас мало времени, мы вас это ценим. Поехали! На неделе в конфликт России, Украины и Запада было вписано еще одно яркое имя. Какое именно, до конца непонятно. По одним данным, это Инго Герхардс, генерал-лейтенант германских ВВС, а по другим — Франк Грефе, бригадный генерал. Кем бы ни был этот высокопоставленный военный, он не собирался делать ничего особенного, просто позумился с коллегами из номера отеля в Сингапуре, куда приехал для посещения авиашоу. Точнее, это был не Zoom, а похожая программа WebEx, к которой генерал подключился по телефону. Но, в общем, он сделал то, что каждый из нас проделывал множество раз с начала эпохи, наступившей с ковидом. Неизвестно, появлялся ли у генерала на экране привычный значок «Конференция записывается», но то, что ее записывали, причем вовсе не участники, стало очевидно очень скоро. Содержание разговора, в котором участвовали Герхардс, Грефе и еще два высших офицера Бундесвера, опубликовала глава RT Маргарита Симоньян, уточнив, как я уже говорил в том выпуске, что пленочку передали товарищи в погонах. Немцы обсуждали возможность поставок в Украину ракетных систем «Таурус» и то, как Киев мог бы эти ракеты использовать, звучало словосочетание «мост на востоке», по всей вероятности, крымский. Всю эту неделю история продолжала обрастать подробностями. Прежде всего, европейская пресса установила, что запись разговора подлинная и что помимо удара по мосту, для уничтожения которого, по словам офицеров, понадобилось бы не менее 20 ракет, обсуждались еще и действия союзников, англичан и французов, например, то, что они доставляют свои аналоги «Таурусов» ракеты «Скальп» и «Сторм Шэдоу» в Украину на кроссоверах «Ауди Q7». Минобороны Германии объяснила утечку личной ошибкой того генерала, который подключался из Сингапура. То, что российские спецслужбы получили доступ к конференции, было названо их случайной удачей, не компрометирующей военные системы связи. Глава министерства Борис Писториус сообщил, что проводится дисциплинарная проверка, однако персональные последствия не стоят в повестке дня, и он не готов жертвовать ни одним из своих лучших офицеров ради игр Путина. Немецкий посол в Москве Александр граф Ламсдорф на неделе был вызван в МИД, где ему объявили демарш, так называется дипломатическое выражение недовольства. Ему был заявлен протест и потребовано объяснение о том, что себе позволяет Германия в целом, сказала представитель МИДа Мария Захарова. На входе и выходе из МИДа дипломаты ждали съемочные группы госсми, что за последнее время также стало своего рода демаршем. Канцлер Олаф Шольц назвал ситуацию очень серьезной. Незадолго до этого он вновь отказался от передачи Киеву дальнобойных ракет «Таурус», объяснив, что для их эксплуатации пришлось бы отправлять в Украину военных, как это делают Франция и Великобритания, участвующие в целенаведении «Скальпов» и «Сторм Шэдоу». В Лондоне и Париже эти слова канцлера назвали пощечиной союзникам и вопиющим злоупотреблением разведданными. Я уже рассказывал, что экс-министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что, когда речь идет о безопасности, Шольц не тот человек ни на той работе и не в то время. Похоже, что для Шольца сейчас самый серьезный кризис на посту канцлера, да и, возможно, за всю его политическую карьеру, которую он начал почти полвека назад, вступив в ряды СДПГ еще школьником. Мои коллеги, которые запустили свой новый YouTube-канал «Контекст», как раз сделали портретный выпуск, посвященный Олафу Шольцу, где в том числе объясняют, почему в русскоязычной прессе его называют «человеком из ниоткуда», а в Германии «человеком-калькулятором». Посмотрите, с точки зрения российских представлений о том, каким должен быть политик, у Олафа Шольца крайне любопытная и нетривиальная биография, ну а теперь еще и непосредственным образом связанная с Россией. Что касается прослушки и излишней разговорчивости, то эта тема сейчас вообще в тренде. В США арестовали 63-летнего Дэвида Слейтера, гражданского служащего ВВС. Опять ВВС. Возможно, ВВС надо что-то подправить. Арестовали за передачу секретных данных на сайте знакомств. По версии обвинения, с февраля по апрель 22-го Слейтер общался с некой девушкой из Украины, называвшей его «тайной любовью», и все время просившей поделиться секретными сведениями, которые полковник получал на закрытых брифингах по Украине. Почему столь конкретные просьбы Слейтера не смутили, неясно. Возможно, он был по уши влюблен или до мозга костей наивен, возможно, и то, и другое вместе. И кем на самом деле была его собеседница, тоже не сообщается. Но немал шанс, что она или даже он
служит в том же ведомстве, которое прослушивало немецких генералов. По каждому пункту обвинений полковнику теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Как говорилось на старом советском плакате, в такие дни подслушивают стены. Еще одно живое воплощение этих строк Самуила Маршака – 22-летний служащий Нацгвардии США Джек Тейшера. На неделю он признал вину и согласился с наказанием в виде 16 лет заключения. Он был арестован в апреле прошлого года после того, как в игровой сети Discord обнаружились слитые им брифинги Минобороны и разведки США по Украине и слежки за союзниками. Это была громкая история, я о ней здесь несколько раз рассказывал. Изначально Тейшера вину не признавал, ему грозило до 60 лет тюрьмы, но потом он пошел на сделку со следствием, и вот в ответ прокуратура не будет предъявлять ему дополнительные обвинения по закону о шпионаже. Приговор огласят в сентябре. Всю неделю продолжали расходиться волны другого скандала про возможный ввод в Украину западных войск. Как я уже рассказывал, цунами запустил президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что такая опция находится на столе, то есть рассматривается. После яростных опровержений со стороны союзников Макрон скорректировал позицию, заявил, что не планирует отправлять войска в ближайшее время, но на этой неделе снова повторил, что в вопросе помощи Украине нет красных линий и что Франция будет готова на интервенцию, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы. На этом фоне всплыли новые инсайды. Как сообщило издание «Политика», несколько недель назад начальник штаба обороны Франции обратился к коллегам по НАТО с предложением создать коалицию, которая возьмет на себя некоторые задачи Украины, в том числе и обслуживание оборонительных систем, обучение войск, проведение кибероперации и разминирование. Союзники якобы отреагировали на предложение резко. «Политика» приводит аббревиатуру WTF. Какого хрена можно перевести? И упрекнули Париж в том, что он пытается заработать политические очки вместо того, чтобы давать больше денег. За 2 года Париж выделил Украине в 6 раз меньше средств, чем Германия. Почему вопрос о натовских офицерах, тайно работающих на украинской территории, является таким острым, мне на неделе хорошо объяснил наш постоянный военный эксперт Валерий Ширяев. Так как это могло случиться во Вьетнаме, но, слава богу, не случилось, а инструкторы, обслуживающие оружие, становятся членами расчетов, оружия. И самыми настоящими военными, которые уже стреляют. А это уже все. Мы также поговорили с Валерием о ситуации на фронте, как она может измениться в ближайшие месяцы, куда российские войска планируют выйти в горизонте года полутора. Ну и, конечно, обсудили, возможно ли до этого мирные переговоры. Посмотрите, кажется, это важное вышло интервью. На неделе прояснилась судьба еще одного ключевого генерала этой войны. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, как и предрекали инсайдеры, назначен послом Украины в Великобритании. Его кандидатуру уже одобрил Владимир Зеленский. Напомню, месяц назад Зеленский заявил о необходимости обновления вооруженных сил и сменил Залужного на командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Согласно тем же инсайдам, Зеленский, с одной стороны, сделал Залужного ответственным за провал прошлогоднего контрнаступления, а с другой убрал со сцены набиравшего популярность политического оппонента. Согласно опросам, если бы президентские выборы в этом году состоялись, Залужный мог бы стать главным конкурентом Зеленского. На неделе местные соцопросы показали, что он мог бы победить во втором туре, набрав более 67% голосов. При этом 2/3 опрошенных выступили против проведения выборов, пока в силе закон о военном положении. Напомню, по этой причине выборы, собственно, и отменили. Сам Залужный свое назначение пока не комментировал, но понятно, что отправка в Лондон в текущей ситуации выглядит для него, если непочетной пенсии, то уходом в глубокую политическую тень. Фронтовые сводки недели, напротив, не отличались громкими заголовками. Россия продолжает наступать на нескольких направлениях, медленно продвигаясь вперед. Военкоры заявляют, что на Херсонском направлении несколько десятков украинских военных все еще находятся на левом берегу Днепра, укрываясь в подвалах и развалинах домов в районе Антоновского моста и в Крынках. Их снабжение остается серьезной проблемой для Украины, потому что плавсредства уничтожают дроны и артиллерия. На Запорожском фронте идут тяжелые бои в центре Работино. Линия фронта сдвигается к западу от Вербового. На Южно-Донецком направлении российские штурмовые группы продвигаются в Новомихайловке и к северо-западу от Марьинки. На Авдеевском участке продолжается зачистка окраин Орловки, Тоненького и Бердычей. Под Бахмутом идут штурмовые действия в Богдановке и Ивановском. Россия продвигается в сторону Часового Яра. Из-под Никаноровки Донецкой
Харьковской области пришло первое видеоподтверждение потери Украины установки «Хаймарс». Предположительно, ее поразила ракета «Искандер». До этого российская Минобороны неоднократно заявляла об уничтожении «Хаймарсов», но видео, как правило, не публиковалось. На северном фасе российские войска наступают у Тернов и под Купинском. Украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 55 населенных пунктах Харьковской области. По украинскому тылу на неделе снова били дронами и ракетами. В Одессе взрывы раздались в районе порта, когда туда приехал Владимир Зеленский с греческим премьером Кириакисом Мицотакисом. Сообщалось, что одна из ракет упала в 500 метрах от президентского кортежа, по другим данным, в 3 километрах. Городские власти заявили о погибших и раненых. О прилетах также сообщалось из Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областей и контролируемой Украиной части Донецкой области. Российские власти сообщали о пострадавших в самом Донецке, Горловке и Кременной. Военкоры сообщили об очередной комбинированной атаке на Крым. Над полуостровом активно работало ПВО. На несколько часов перекрывалось движение на Крымском мосту. 5 безэкипажных катеров ВСУ достигли бухты в Феодосии. По данным телеграм-канала «Рыбарь», был атакован патрульный корабль «Сергей Котов». Его экипаж пытался уничтожить дроны с помощью стрелковых орудий. Российская Минобороны сообщала о перехвате беспилотников над Волгоградской, Воронежской, Тульской и Брянской областями. В Череповце, Вологодской области, дрон атаковал завод «Северсталии». Люди не пострадали. В Курской области несколько раз беспилотники били по складу ГСМ Михайловского горнообогатительного комбината. В Белгородской области минимум 2 человека пострадали при атаке по Наумовке и Козинке. С новой силой разгорается и другой конфликт, связанный с Украиной. У ее границы с Польшей скопились почти 2500 фур. Польские фермеры блокируют проезд украинских грузовиков на 6 КПП, пропуская всего несколько машин в час. С февраля фермеры объявили общенациональный протест, потребовав ограничить ввоз более дешевого украинского продовольствия, уронившего цены в Польше и поставившего на грань выживания многих местных производителей. На польской железной дороге стали вскрывать вагоны с зерном. Украина заявила, что на землю высыпали до 180 тонн и потребовала компенсации. На этой неделе прошел самый массовый протест. Въезд в Варшаву заблокировали тракторами, тысячи митингующих пытались прорваться в парламент. У канцелярии премьера Дональда Туска сожгли гроб с надписью «Фермер». Часть протестующих выкрикивала антиукраинские лозунги, не обошлось без столкновений с полицией. Менее масштабные акции прошли и в других странах ЕС. Фермеры бастовали в Нидерландах, Германии, Франции и Чехии. В Праге на мостовую здание правительства вывалили навоз. Что касается Польши, то премьер Туск заявил, что потребует от Евросоюза вернуть квоты и пошлины на ввоз украинских товаров, отмененные после начала военных действий. «Мы очень хотим помочь Украине, но должны защитить и свой рынок», — сказал Туск. В Киеве ответили, что готовы принять ограничения ради Польши. Одновременно в ЕС был явлен весьма яркий пример того, что принято называть «реал-политик». Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Владимир Зеленский ошибся, сказав, что Евросоюз поставил за год всего 300 тысяч боеприпасов вместо миллиона обещанных. Бретон объяснил, что дело в тонкости формулировок. «Я сказал «поставить», а не «передать безвозмездно». По его словам, Зеленский должен был учесть те 350 тысяч снарядов, которые Украина закупает у Европы, в том числе на выделяемые ей для этого кредиты. Таким образом, по подсчетам Бретона, к концу марта Киев получит уже около 900 тысяч снарядов. Понятно, что снарядный голод, который все острее испытывает сейчас Украина, это образцовая бюрократическая арифметика никак не утолит. Примечательно, что в конце января глава евродипломатии Жозеп Боррель прямо заявлял, что Евросоюз не справился с задачей, и к концу марта Украина действительно получит только половину от обещанного. На неделе Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В сообщении суда речь идет о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре Украины в период с октября 22 по март 23. Ордера выписали те же судьи МУС, которые год назад выдали ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Тогда говорилось о депортации украинских детей в обвинениях. Напомню, Россия юрисдикцию Международного уголовного суда не признает, о чем на неделе в очередной раз напомнил Дмитрий Песков, а судьи, о которых идет речь, объявлены Москвой в розыск по статьям о незаконном заключении под стражу и подготовке к нападению на представителей иностранного государства. Более того, в прошлом году принят закон об уголовном наказании за содействие в исполнении решений международных организаций в отношении граждан России. Ни Сергей Кобылаш, ни Виктор Соколов решение МУС в отношении себя ожидаемо не комментировали.
Другой комментарий на неделе, напротив, разошелся широко. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Алексей Навальный умер своей смертью. Так он ответил на вопрос Владимира Соловьева, были ли причастны к этому некие силы на Западе. Я не думаю, что это какой-то специальный замысел. Но, к сожалению, люди имеют особенность. Рано или поздно жизнь заканчивается, умирает. Ну, скончался Навальный своей смертью. 16 февраля в СИН объявила, что Алексей Навальный умер после того, как ему стало плохо в колонии на Ямале. Напомню, 1 марта Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. На этой неделе широко разошлись фото могилы, заваленные цветами так, что не видно даже креста. Юлию Навальную на неделе ждали в американском Конгрессе. Белый дом планировал посадить ее на выступлении Джо Байдена рядом с Еленой Зеленской и первой леди США Джилл Байден, чтобы создать, как пишет «Вашингтон-Пост», мощный фон, поскольку и Навальная, и Зеленская являются символом сопротивления Путину. Однако ни одна, ни другая приглашение не приняли. Зеленская, как предполагает «Вашингтон-Пост», отказалась из-за сложного отношения к Навальному в Украине, где его позицию по Крыму считали неоднозначной, а представители Юлии Навальной сказали, что она не смогла присутствовать из-за усталости. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Напомню, Навальная уже была в США 2 недели назад, тогда в Сан-Франциско ее и дочь Дашу принимал Джо Байден. Что касается его нынешней речи, так называемого «State of the Union», то есть послания Федеральному собранию, Байден в очередной раз заявил, что США не отступят и не прогнутся, и попросил Конгресс поскорее принять законопроект о помощи Украине. History is literally watching. History is watching. If the United States walks away, it will put Ukraine at risk. Среди прочих, словам Байдена аплодировал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Именно там блокирован принятый Сенатом законопроект на 61 миллиард долларов помощи для Украины. Как сообщает CNN, в Палате готовят новый компромиссный законопроект, где помощь Киеву снижена до 48 миллиардов. Впрочем, и он будет готов не раньше, чем к концу марта. На этом фоне Bloomberg сообщил, что Пентагон хочет выделить Украине 200 миллионов долларов из резервных фондов американской армии. До этого в Белом доме заявляли, что больше не имеют резервов для новых поставок Киеву. Но главной политической новостью недели в США было решение Верховного суда по грядущим президентским выборам. Он позволил баллотироваться Дональду Трампу, чем, как минимум, временно пресек попытки демократов вывести того из гонки в судебном порядке. В постановлении говорится, что суды отдельных штатов не могут дисквалифицировать Трампа в связи со штурмом Капитолия в январе 21-го. Отстранить Трампа мог бы Конгресс, однако это невозможно, так как его нижняя палата контролируется республиканцами. Напомню, против экс-президента выдвинут целый список обвинений, включая подстрекательство к мятежу, мошенничество, подделку финансовой отчетности, клевету и небрежное хранение секретных документов. В этом месяце будет слушаться дело о взятке порноактрисе Сторми Дэниелс. На неделе в США прогремел так называемый «супервторник». Внутрипартийные праймерис прошли одновременно в 15 штатах. По результатам экс-постпред США в ООН Ники Хейли, которая считалась основной соперницей Трампа внутри республиканской партии, сняла свою кандидатуру, а Трамп и Байден упрочили лидерские позиции. Все более очевидно, что США впервые в истории ждет своего рода матч-реванш. В борьбе за Белый дом вновь сойдутся 45-й и 46-й президенты. Судя по результатам опросов, Трамп и Байден идут ноздря в ноздрю. Экс-президент незначительно опережает действующего. За 9 месяцев до выборов ситуация становится все более напряженной. Обмен ударами происходит каждую неделю. На этой Джо Байдена заставили оправдываться за ввоз 320 тысяч нелегальных мигрантов за счет налогоплательщиков. Такая возможность, как выяснилось, в прошлом году была предоставлена людям, подавшим заявку на убежище через мобильное приложение. Их доставляли самолетами из латиноамериканских и карибских стран в 43 американских аэропорта, якобы чтобы разгрузить южную границу от желающих попасть в Штаты. В Белом доме заявили, что сообщение о тайном ввозе мигрантов является категорически ложным и что до получения разрешения на пребывание в США эти люди проходят тщательные проверки. Напомню, ранее власти Техаса воспротивились постановлению Верховного суда убрать колючую проволоку и забор на границе с Мексикой. В ответ губернатор штата Грег Эбботт, применивший для защиты границы Нацгвардию, заявил, что там будет создан военный лагерь на 2000 человек. Вообще, тема нелегальной иммиграции стала одной из центральных в ходе этой кампании. Реагируя на новости о ввозе нелегалов, Илон Маск в своей соцсети X обвинил Байдена в импорте из Белого дома.
избирателей и создании угрозы нацбезопасности более масштабной, чем 11 сентября. По информации «Нью-Йорк Таймс», на неделе с просьбой о финансировании к Маску обратился Дональд Трамп. Сам он, комментируя ввоз мигрантов в страну, заявил, что не мог даже поверить в такое и думал, что это какая-то ошибка. В России, где до выборов остается одна неделя, никакой глобальной интриги не наблюдается. На неделе Борис Надеждин проиграл еще одну ступень судебной лестницы в попытке отменить решение о недопуске к выборам. Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила его третью жалобу. Как я рассказывал, дальше Надеждин собирался направить надзорные жалобы в президиум Верховного суда, а после этого идти в Конституционный суд. Но, судя по всему, если это и будет, то уже после выборов. Сам Надеждин призвал сторонников становиться наблюдателями для честного подсчета голосов. На этом фоне самым оппозиционным кандидатом с наиболее мирной программой оказался Владислав Даванков из партии «Новые люди». На неделе его поддержал даже Максим Кац, а согласно рейтингу, составленному социологической компанией Russian Field, кандидат от «Новых людей» сейчас занимает второе место. За него готовы голосовать более 6% респондентов. Госдума на неделе продолжала разработку мер по усложнению жизни иноагентам. На этот раз спикер Вячеслав Володин сообщил, что иноагентам, дискредитирующим армию, запретят зарабатывать на авторских и смежных правах. По его словам, меры направлены против покинувших Россию писателей и исполнителей, которые получают отчисления за офлайн и онлайн продажи в книжных магазинах и на музыкальных сервисах, таких как Яндекс.Музыка. Володин назвал это перечислением денег негодяям за счет наших граждан. Что касается законопроекта о запрете рекламы у иноагентов, о котором мы подробно говорили на прошлой неделе, то на этой неделе его единогласно поддержал Совет Федерации. Скорее всего, уже на следующей он будет подписан Путиным и вступит в силу. На неделе громко разошлась и была опровергнута новость о скором условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова. Первым об УДО сообщил председатель Московской общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков, написавший, что ходатайство артиста удовлетворено администрацией ИК-4 в Белгородской области. УФСИН это сообщение опроверг, а защита заявила, что прошение не подавала. Такое право у Ефремова появится в конце марта после отбытия половины срока. Судя по тому, как разошлась нынешняя новость, обратиться с прошением без широкой огласки у Ефремова не получится. Несмотря на то, что артист не появляется на публике уже несколько лет, его личность продолжает привлекать внимание, теперь уже не столько его актерскими работами, сколько непостановочной жизненной драмой. Напомню, летом 2020 года джип Ефремова выскочил на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в «Ладу фургон». Водитель Сергей Захаров умер в больнице от полученных травм. Следствие установило, что в момент ДТП актер был пьян. Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии, позже срок сократили на полгода. В прошлом году актер просил заменить оставшийся срок на принудительные работы, однако позже сообщалось, что он отозвал свое ходатайство. На неделе снова не обошлось без приговоров по статье о фейках про армию. Королевский суд Московской области назначил 7 лет колонии журналисту издания «Русньюз», автору телеграм-канала «Честная Королевская» Роману Иванову. Поводом стали его посты, в которых цитировались статьи западных СМИ о событиях в Буче и доклад ООН о нарушении прав человека в ходе боевых действий в Украине. 50-летний журналист находится под стражей с прошлого апреля, вину он не признал. Это уже второй автор «Русньюз», осужденный по статье о фейках. В прошлом феврале алтайская журналистка Мария Пономаренко была приговорена к 6 годам за пост о событиях в Мариуполе. Волну не самой желаемой славы на неделе оседлал мэр Ростова-на-Дону Андрей Логвиненко, который, проводя встречу с жителями рухнувшего дома, предложил способ погасить долг за непригодную для жизни квартиру. Получите выплату на погасить кредит. Новый возьмете, как на эту полосу. По всей видимости, Логвиненко говорил о выплате, которую пострадавшие жители должны получить от городских властей. А вообще речь идет об аварийной пятиэтажке на улице Нариманова. В конце января один из ее подъездов рухнул, 90 человек были эвакуированы, даже 95. Здание признали аварийным еще в 2020 году, но, как уверяют жильцы, их расселением никто не занимался. На встрече с мэром они также жаловались, что не могут получить личные вещи, оставшиеся в квартирах, поскольку МЧС заварил входы, в том числе в необрушившуюся часть строения. Логвиненко со своей стороны отчитался, что 194 человека уже получили выплаты до 100 тысяч рублей в связи с утратой имущества. Жильцов обещают расселить до конца года, а тем, кто не готов ждать,
начнут вот-вот выплачивать компенсации за разрушенную недвижимость. Примерно по 90 тысяч рублей за квадратный метр. Несогласным с выкупной стоимостью предложено идти в суд. Очередной глобальный сбой произошел на неделе в работе крупнейших интернет-сервисов, причем проблема в этот раз не ограничивалась одной Россией. В числе прочих сообщалось о прекращении работы YouTube, Google, Instagram и Facebook. Неожиданным и самым примечательным в инциденте стала причина, названная гонконгской компанией HGC — повреждение 4 подводных кабелей, пролегающих по дну Красного моря. Как сообщается, они отвечали примерно за четверть интернет-трафика между Европой, Азией и Ближним Востоком. Так вот, компания заявила, что место инцидента находится в юрисдикции Йемена, то есть в совершении диверсии подозревают хуситов. Сами они свою причастность опровергают. Надо сказать, что для обывателей, оставшихся без соцсети, хуситы стали таким мемасно-экзотическим виновником. Люди постарше могли вспомнить диалог из «Кавказской пленницы», «Часовню тоже я развалил». Нет, это было до вас еще в XIV веке. Напомню, хуситы — вооруженная этническая группа, поддержанная Ираном, активизировалась на фоне войны в секторе Газа, неоднократно обстреливая танкеры союзников Израиля в Аденском заливе. На этой неделе очередная атака хуситов впервые привела к человеческим жертвам. При атаке на сухогруз True Confidence, шедший под флагом Барбадоса, погибло 3 человека, еще 4 были ранены. Что касается происходящего в самом секторе Газа, там на неделе продолжились израильские авиаудары и столкновения в районе Хан-Юниса. Между Израилем и Хамас через посредников, конечно, продолжаются переговоры о рамочном 40-дневном перемирии. Для первого этапа сделки Израиль потребовал предоставить поименный список заложников. Напомню, боевики вот уже 5 месяцев удерживают около 130 человек. Непривычная по нынешним временам новость пришла из США. С космодрома на мысе Канаверал стартовал и вскоре пристыковался к МКС корабль Crew Dragon компании SpaceX, в экипаж которого входят 3 астронавта НАСА и космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин. Среди задач — проведение серии экспериментов, в том числе по выращиванию искусственных человеческих органов в условиях невесомости. Международная космическая станция — один из немногих оставшихся совместных проектов США и России. И сейчас она выглядит таким летающим памятником самой себе и эпохи, в которой создавалась. После февраля 22-го российско-американское сотрудничество в космосе практически прекратилось. Однако летом того же года НАСА и Роскосмос смогли договориться о продолжении программы перекрестных полетов на МКС на кораблях обеих стран. По взаимоотношению сверхдержав в космосе вообще долгая история, и она всегда отражала происходящее внизу, на Земле. Например, в 1975 году произошла историческая стыковка советского корабля «Союз» и американского «Аполлона», что стало настоящим прорывом и символом начала разрядки, как тогда называли потепление в отношениях. В честь этого в СССР даже выпустили марку сигарет «Союз-Аполлон», которые быстро стали дефицитом. Прошлым летом глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что Россия будет принимать участие в работе МКС до 2028 года, а далее планирует создавать собственную орбитальную станцию. Сама же МКС будет функционировать до 2031-го, после чего НАСА планирует ее затопить в Тихом океане. Впрочем, до 31 года еще надо дожить. Кто знает, какая эпоха будет на Земле, тем более высоко над Землей, через 7 лет, когда и про 7 месяцев-то сказать бывает затруднительно. Поистине космических масштабов достигает любой хайп, связанный с новостями вокруг певицы Тейлор Свифт. На этот раз ее тур в Сингапуре привел к региональному дипломатическому скандалу. Соседние государства возмутились, что сингапурские власти подписали с певицей эксклюзивное соглашение, по условиям которого она не будет давать концерты в других странах Юго-Восточной Азии. Член Палаты представителей Филиппин Джоуи Сальседо назвал такую сделку поступком, недостойным хорошего соседа. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на претензии отверг, высказавшись в духе «бизнес ничего личного». «Хотите на Свифт? Езжайте к нам в Сингапур». Очевидно, что этот город-государство в регионе недолюбливают, одновременно ему завидуя. Ну, типичное отношение к богатому соседу со стороны небогатых. Другое дело, что, судя по цифрам, которые приводят медиа в связи с сингапурским туром Свифт, на кону действительно большие суммы. Так, премьер-министр Таиланда заявлял, что певице обещано 3 миллиона долларов за концерт, а таких концертов будет 6. По оценкам, их посетят 300 тысяч фанатов, 70% из которых прилетят как раз из-за границы и принесут Сингапуру 370 миллионов долларов прибыли. На неделе стало понятно, что последний день Помпеи продлится еще долго.
Как сообщили в Русском музее, реставрация знаменитой картины Карла Брюллова вышла на завершающий этап, который проводят прямо в выставочном зале. Мастера займутся послойной расчисткой лаков, удалят загрязнения и так называемые записи. Далее начнут работать с авторскими красками, вернут утраты и избавят полотно от трещин. Завершить работы обещают в октябре, к открытию выставки, посвященной 225-й годовщине со дня рождения Брюллова. Нынешней реставрации, по оценкам специалистов, должно хватить на ближайшие 100 лет. На своем знаменитом шедевре Брюллов изобразил разрушение древнеримского города Помпеи при извержении вулкана Везувий в 79-м году нашей эры. Многочисленные персонажи демонстрируют гамму страданий и эмоций перед лицом неотвратимой гибели. Следуя традициям Возрождения, автор изобразил и самого себя в одном из героев, художнике, стоящем на ступенях храма с ящиком красок и кистями. Картине без малого 200 лет. В свое время она стала европейской сенсацией, своего рода блокбастером. Современник Брюллова Александр Пушкин передал свои впечатления в стихах. «Земля волнуется, с шатнувшихся колонн кумиры падают, народ, гонимый страхом, под каменным дождем, под воспаленным прахом, толпами старый млад бежит из града вон». С тех пор название картины ушло в фольклор и стало, как ныне говорят, мемом, пригодным для описания любого рода катастроф. Годы идут, а мем, кажется, только актуальней становится. На неделе в прессе развернулась дискуссия на неожиданную, но по-своему вечную тему. В ее центре оказалась лапша быстрого приготовления. Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Неронов поделился откровением, которое, в принципе, можно отнести к разряду «Волга впадает в Каспийское море», а именно он заявил, что доширак можно есть не чаще раза в месяц. По словам Неронова, сама по себе лапша не то чтобы вредна, скорее бесполезна, а вот опасности исходят от пакетика со специями, которые содержат пальмовое масло, антиокислители, глутамат натрия и другие усилители вкуса. Именно их употребление может привести к обострению хронических заболеваний, таких как гастрит, панкреатит и холецистит. Тем, кто решил поесть дошика, Неронов рекомендует заменить идущие в комплекте специи на обычные соль и перец, что заметно снизит вред блюда. Коллегу в интервью «Известиям» поддержала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова. По ее словам, диета на базе доширака приводит к набору веса, проблемам с пищеварением и сердечно-сосудистым заболеваниям. Ну, понятно, из-за чего тут возник хайп. Вовсе не из-за диетических мотивов, а потому что для многих людей, оказавшихся, скажем так, стесненных жизненных обстоятельствах, доширак составляет основу рациона. Особенно часто на него, согласно распространенному мнению, налегают трудовые мигранты и студенты. Да, в общем-то, думаю, практически в любом коллективе найдется минимум один человек, у которого есть личная история про дошик. Я вот спросил у своих коллег, и один из них поделился историей о студенческом отдыхе, когда они с приятелем из экономии взяли на море 20 пачек доширака, но спустя несколько приемов пищи им пришлось искать аптеку и средства от диареи, и экономия в итоге вышла прямо обратная. А вот другой коллега признался в тайном guilty pleasure. Ему нравится есть доширак сразу из пачки, не заваривая, ну типа как чипсы. Кстати, не все знают, откуда такое название. Это, собственно, от корейского «тосирак», что означает «рис в коробке». В кругу маркетологов с этим связана знаменитая байка о том, что изначально этот продукт выпустили на российский рынок под транскрибированным английским названием «досирак», что стало классическим примером того, как опасно не учитывать местные языковые особенности при выходе на новые рынки. Те, кому приходится питаться дошираком, и не только они, нередко грезят о лучшей жизни. И, признаемся, нередко частью этих грез является девушка с обложки «Плейбоя». Недавно там появился новый вариант для фантазий, однако его недоступность находится на совсем другом уровне по сравнению с традиционными красотками. На обложку мексиканского издания впервые попала Саманта Эверли, полностью сгенерированная нейросетью. По словам главного редактора Артура Флореса, таким образом они хотели подчеркнуть свою приверженность инклюзивности, то есть принятию любой формы сексуальности. Не знаю, по-моему, формы как раз сугубо традиционные, как говорили в лихие 90-е, 90-60-90. В журнале также опубликовано интервью Саманты. «Если бы я могла мечтать, моя мечта сбылась бы», — говорит она. Она. Тут надо пояснить, что девушку сгенерировал не журнал Playboy. У Саманты примерно 120 тысяч подписчиков в Инстаграме, с которыми она общается в директе при помощи своего искусственного интеллекта. Для соцсетей такие прецеденты давно не новость. На различных ресурсах полно довольно откровенных и вообще откровенных профилей девушек, существующих только в цифровом виде, но зарабатывающих отнюдь не виртуальные деньги.
Например, испанская AI-модель Aitana, выставляя фото и видео на одной из веб-площадок наподобие OnlyFans, зарабатывает, ну, точнее сказать, приносит своим владельцам до 10 тысяч евро в месяц. Какой потрясающий сюжет для новой матрицы о восстании цифровых рабынь, согласитесь. В любом случае, друзья, нужно чаще напоминать себе, что мир изменился. Сегодня ваша собеседница в интернете вполне может оказаться искусственным интеллектом. И это еще не худший вариант, как могут подтвердить служащие ВВС, о которых я рассказывал в начале. Кроме того, достижениями нейросетей все активно пользуются и мошенники. Если раньше для своих схем они пользовались телефонными звонками и голосовыми сообщениями, то теперь научились записывать кружки в Телеграме с лицом владельца и отправлять сообщения от его имени. Так что не теряйте бдительности и не торопитесь делиться в интернете своими секретами, если уж так случилось, что они у вас есть. Впрочем, порой вполне аналоговые люди генерят такой контент, который не под силу никакому искусственному интеллекту. Нетрезвый житель города Осинники Кемеровской области, в очередной раз поругавшись с супругой, решил помириться с ней, вернувшись домой на белом коне. Ну и что, что в многоэтажку. Ночью он привел лошадь в подъезд и умудрился затолкать ее в квартиру на четвертом этаже. Вот, девчонки, 8 марта у нас настало, вот лошадь у меня дома стоит. Ход конем кемеровского романтика оценили не все. Дело дошло до полиции, нарушителя задержали. Кто первым вызвал наряд, не сообщается. Возможно, соседи снизу, у которых от топота копыт пыль по потолку летит. Нераскрытой оказалась также тема того, кому пришлось разгребать последствия праздничного визита лошади и отмывать квартиру, подозревая той самой осчастливленной подарком жене. На допросе 33-летний разнорабочий сообщил, что одолжил животное на ферме в поселке Красная Орловка, сводил домой, чтобы показать семье, и спустя полтора часа вернул на место. Конь для него оказался троянским. За мелкое хулиганство несостоявшегося принца арестовали на сутки. Он пообещал исправиться. Раскаиваетесь? Конечно. Больше так делать не будете? Никогда в жизни. Заходи, Русь. Скромный срок, назначенный судом, позволил нарушителю провести 8 марта дома, а не в камере, и у него была возможность подарить жене что-то более конвенциональное, например, цветы. Хочется верить, что их он купил, а не одолжил на ферме. Я со своей стороны поздравляю зрительницу редакции с прошедшим 8 марта. Надеюсь, подарки и поздравления, которые вы получили, были приятны, независимо от того, как вы относитесь к гендерным праздникам. В конце концов, весна пришла и в очередной раз напомнила, что никакая зима не вечна. Это редакция «Ньюс» в Ютубе и на Дзене. Если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь и поставьте лайк. Это важно для алгоритмов и для меня тоже. Поддержать меня можно через Boosty, Patreon и спонсорство на Ютубе. Для спонсоров есть эксклюзивный контент и другие бонусы. И хотя в прошлом выпуске я подробно рассказал о наших изменениях, все равно всю неделю было очень много вопросов про команду и про Telegram. Поэтому еще раз напомню. Авторов, с которыми раньше я делал редакцию, теперь можно увидеть на их собственном YouTube-канале «Контекст». Там вышло уже 3 выпуска в форматах «Контекст» и «Репортажи». И они там еще придумали крутую штуку под названием «Портрет». И хотя больше мы не работаем вместе, к сожалению, я от души рекомендую и прошу поддержать ребят просмотрами. Для них это сейчас очень важно. Телеграм-канал, который раньше назывался «Пивоваров редакции», от которого я тоже был вынужден отказаться, теперь также принадлежит команде «Контекст» и, соответственно, тоже называется «Контекст». Его содержание, насколько я могу судить, не изменилось. Ну, собственно, в профессионализме этих редакторов я и не сомневался. Своими мыслями и рассуждениями по-прежнему делюсь в личном телеграм-канале. Берегите себя. Увидимся.